Здравствуйте. Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагает нарисовать зимнюю картинку гуашью, нарисовать вот такого милого пингвинчика. Для этого нам потребуется гуашь, кисточки разных размеров, листочка 5-го формата, это половинка А4, водичка и салфетки. Для начала нам нужно нарисовать фон. Нам потребуется белый цвет, голубой, синий и, может быть, немножечко зеленого. Возьмем кисточку побольше и начнем с белого цвета. Этим белым цветом мы в центре нарисуем кружочек. Затем к этому белому цвету мы добавим голубой. И также, да, по краям. Начнем раскручивать. Затем возьмем голубой, да, уже без белого. И продолжим заполнять наш фон. И в конце мы возьмем еще синий цвет, потемнее. Сделаем его по углам, по краям. Внизу его тоже добавим. Теперь мы кисточку вымываем. И кисточкой без краски, сухой, пройдемся по местам стыков. Да? Пройдемся по местам стыков. Свет у нас получается на заднем плане. Можно еще добавить немножко зеленого цвета. Его можно добавить в тот голубой, который с белым мы использовали. И пройтись немножечко еще этим цветом, добавить его тоже. Если хочется. Немножечко тоже потемнее сделаем. Теперь мы нарисуем снег. Возьмем белый цвет. К нему может примешаться голубой, да, синий, который у нас здесь были. Можно даже взять немножечко голубого к нему добавить. К этому белому. И закрашиваем оставшееся пространство этим цветом. Да, сугробы здесь прорисовываем. Снег у нас будет где-то светлее, где-то темнее. Пусть так и останется. Хорошо, теперь мы наметим нашего пингвинчика. Для этого возьмем тонкую кисточку. Нам потребуется белый цвет. Белый цвет. И нарисуем, да, сначала кружочек. Это будет голова. Затем нарисуем овальчик. Это будет тело.
Да, пока наметим. Также мы наметим крылышко. И второе нарисуем с этой стороны, которая у нас будет ловить снежинку. Немножко такой. Теперь мы нашего пингвинчика закрасим. Нам потребуется, значит, белый цвет. Возьмем его уж побольше. Начнем закрашивать личико. Идемся по животику. Теперь возьмем черный цвет и закрасим оставшиеся места. Пройдемся по крылышку. Второе крыло мы тоже закрасим. Здесь ладошку обозначим. Так. Закрасили. Теперь немножечко подсветим крылышко. Нам можно взять белый цвет. Идем здесь по крылышку немножечко. Сделаем его посветлее. И здесь тоже. Ладошку тоже. Еще пройтись по местам стыков. Костюмчиков белого и черного. Так.
Угу. Теперь нарисуем глазик. Нарисуем глазик, возьмем черный цвет, тонкую кисточку. И примерно наметим глазик нашего пингвинчика. Черный цвет, да? Белым обозначим блик. Так. И возьмем желтый цвет. Желтый у меня яркий, да, два цвета. Можно их смешать, можно взять просто желтый какой-то один. И этим цветом мы сейчас наметим клюв. Пингвинчика. Так. Тоньше. Так. Вот здесь вот будет. И также сразу прорисуем ему лапки. Внизу. Сильных прорисовок, но нарисуем тут такие торчащие лапки. Угу. Так, можно тут еще наметить черным цветом нитку. Так, рисовать бровь. Дальше мы нарисуем еще пингвину шарф, чтобы он не замерз зимой. Да, возьмем красный цвет яркий. И этим красным цветом нарисуем пингвинчику шарфик. Немножечко его подтемним снизу, да, добавим тени. Возьмем тот же красный и немножечко синего смешаем, сделаем цвет темнее и пройдемся внизу по шарфику. Сверху, наоборот, сделаем чуть посветлее и пройдемся белым, красным. Так. Можно добавить румянец на щечки. Щечку. Так.
нам еще осталось нарисовать ему снежинку, которую он держит в руке или как будто ловит ее. Нам потребуется белый цвет. Белый, тонкая кисточка. Можно придумать свою, да, какую-то снежинку. Так. И добавим еще падающий снег, да, чтобы картинка получилась более снежная и праздничная. Вот, кисточка, просто вставляем такие точечки. Посильнее подушку. Подушку еще посильнее подсветим. Чуть-чуть. Подсветим посильнее. Такая вот новогодняя картинка у нас получилась. Спасибо всем большое за внимание.